Всем привет! Сейчас хочу кукурузу оставшуюся, которая у нас осталась, собрать уже. Она уже переспела, чернеет вся. Убрать всю ботву. Здесь кукурузы. И еще вон там немножко кукурузы. Нужно собрать все и потихоньку животным скармливать внутрь. Они любят ее грызть. Я что делает. Конечно, ну да, я же говорю. А я и думал, блин, что я тут этот. Что не получается? Ты эти собирай почаще. Ой, у меня тут не получается. Всем привет. А ты что, не здоровалась? Да. А, она только присоединилась. Да. Я занималась другими делами. Более важными. Ну знаешь, по сравнению с прошлым годом у нас кукурузы очень мало. Кто помнит наши джунгли в том году? Это, конечно... Сколько она времени, да, у нас забрала? А здесь Коля сказал, что в сентябре, в начале сентября он будет убирать кукурузу. Ну, у него другая немного кукуруза. Она тоже по сортам отличается. У него именно кормовая. Там початки вот такие, блин. А, большие? Да. Ну... Они еще даже и зеленые у них висят. Я вчера бегала у них там по кукурузе. И это... Ага. Собирали там тоже немножко, но... Зеленые. Ну тут, блин, тут это как ее. Амброзия? Амброзия прям в нос бьет. Ну, стоишь, тут распыляешь на 5000 километров. Не получишь у меня, да разница. Не так поняла, что это тут, блин. Куба идет. На 50 метров. Возможно, распыляет пыльцо. Ну, только не тряси, я как что-то сделал там. Окей? А ты была больше, чем 50 этих. Нет. 50 метров от него. Что там? Бамброзия, быстрее она вымахала. Я думал, оказывается, меня... вот мне скидывали то, что вот амброзия, где она здесь, вот она. Даже если мы уберем всю амброзию у нас на участке, у соседей есть амброзия. Она вот так. Ветра, не ветра. Она быстро все. Все здесь у нас все будет в семенах. Все будет опять в амброзии. Вы посмотрите, ее полно везде. У нас поначалу, получается, ее не было. Потом, ну, в плане весной, да, как бы она не вышла. Там вышла, там вышла. А вот где сад, ее не было амброзии. И этот, я мотоблоком прошелся. Все. Только взрыхлил землю, она реально, как приходится видеть, как будто кто-то посеял прям ковром вот так амброзия, да? Вот. И еще семена амброзии до 15 лет лежат в земле, пока ее... Ее вот так вот там как пишут, да возьмите вы ее там это... Легко сказать, всегда вот легко реально сказать. Если так было все легко, ни у кого бы уже давным-давно бы не было бы этой амброзии. В Краснодаре очень сильно с амброзией борются. Мы уберем, да, вон там у соседей где-то все-таки, они все не уберут, правильно? Оно им, их, может быть, им не мешает амброзия, да? Зачем им убирать? У них нет аллергии. А у этих, там вот заброшенный, допустим, участок, там тем более никто не убирает. Оттуда все к нам ветром принесет, все эти семена.
показывал, сколько у нас тыквы? Нет. Я лучше не буду рушить, рисковать, если честно. Я вам покажу тыкву. А, это вот чуть-чуть, да, осталось на кукурузке? Ну, да. И все. Ага. Ой, гляньте, какая она шикарная. Вот это красавично. Хоть садись и сиди на ней. Да, смотри прям. А это же необычная тыква. Это волшебная тыква. Она с 10 до 12 в корыто превращается. Я думаю, как ты с 10 до 12 постоянно уезжаешь? Красавица, расти еще больше. А та, посмотри, какая прям оранжевая-оранжевая, да? Надо нам еще, знаешь, что это, арбузики пособирать. Или они еще будут побольше, подрастут? Не, они больше не вырастут. Да? Вот, у нас смотрите, не та почва для арбузов. Ну, арбузов тут это много, но они маленькие. И это... Надо их пособирать. Арбузики там, по крайней мере, не какой-то амброзий. Амброзий, да, я там ее убрал. Марточка, девочка, сейчас. Ну, постучи. Клевый, надо бы проверить. Сразу разрежу, потом проверю. Марточка, ты моя девочка. Она уже слышит нас. Ну, слышала и заорала. Большой? Нормально. Марта охрипла. Она уже не может. Сейчас, посмотри, сейчас, сейчас, моя хорошая. Сейчас. Вот я ее приведу. Не, я не хочу на этот флаг смотреть. На флаг на этот. Но когда будет бежать Марта, а ты за ней. Лететь. А что у нас обещают? По крайней мере обещают. Завтрашнего дня опять дожди на 4 дня. Нужно убрать. Когда собираете кукурузу, сразу выдергиваете ее с корнями. Мы в прошлом году этого не сделали и пожалели об этом. А дынь там нету? Нет. А? Маленькие? Такие поменьше. Убирай, убирай все. Не-не-не, пусть они все. Сварятся, их потом даже куры есть не сейчас будут. Сейчас не будет этого. Уже все, будет. Уже нормально. Уже будет попрохладнее рушить. Смотри, а некоторые кукурузы вообще без початков. А потому что я срывала. А. То есть для меня это удивительно, такое же невозможно. Ага. Аккуратненько, аккуратненько вообще. Эх, амброзия, блин. Блин, ел бы ее хоть кто-нибудь, да? Да даже кто не ест. А ты не подкатишь тележку поближе просто? Кажется, не подкачу. Я просто мог... Все. Там ямки всякие, колесо западает, она тяжелая, она уже полная.
еще гуляет. Сейчас попробуем, давайте. Маленький точно будет не очень. Давайте с большого, наверное. А то если он будет хороший, то мы его сами съедим. О, ну такой. Вот такие вот арбузики. Толстокорые. Такие, конечно, не очень. Это все будет такое. Хороший арбуз будешь? Ну что, не спелый, да? Ну дай потом. Пипец у них после. Ну да, так. Я бы сказала вареный. Угу. Это другой сорт. Какой? Вот. Это он же. А, это говорю другой сорт. Потому что это он же. Одинаково. Может быть, вот это другой сорт? Ну да, он. Вот этот? Угу. Индюш, ты пришел? Ну идем, арбузик будешь, Индюш? Пойдем мы сюда. Ой, этот вообще. Какой? Никакой, короче. Тоже курю. Сейчас куры объедятся. Вот он, видите, ходит. Ты моя красавица. Ой, ты же красавчик. Все ведра заняты у нас сегодня. Пойду так кидать. Ведра сейчас не найду. Ведра заняты. Пойдем, Индюш. Индюш, пойдем. Пойдем кур кормить. Пойдем? Пойдем. А, куры. Слушай, красоточка моя любимая. Ты пойдешь на арбузик? А? На арбузик пойдешь? Арбузик будешь? Арбузик. Давай. Давай, спрыгивай на арбузик. Опа, иди. Оп, молодец. И на два арбуза. Видите, упал. А, он сам перевернулся. Пойдемте, Индюш, идите. На. Куда бы вам ловить? О, сумасшествие прям какое-то. Вот вы вылезли, и что? Теперь вы здесь ходите, бродите. А? Ой, гуси загалдели. Ой, загалдели, увидели меня. Сейчас я им тоже. Я их пойду с ними и попасу. Ты что вылезла? Давай, давай, давай. Давай, домой. Домой, красотка, домой. Правильно, домой. Домой. Они, смотрите, уже все, корка осталась. Единственная. Нет, еще не надо тебе все заходить. Сюда не надо заходить. Нате, вот. Ты. Куря. На, все, ешьте. Вот, смотрите. Давайте. Где моя красоточка? Досталось тебе что-нибудь? Вон она бегает. Досталось. Нападать. Ой, они, смотрите, как быстро все. Раз, два и нет. О. Шустро работает. Шустро. Давайте, подбегаем, молодежь. Ты куда побежал? Самый маленький. Подбегаем. Давай, моя хорошая, ешь, ешь. Не ты, а она. Иди, красотка. Убежал. Ладно, пойду сейчас еще. Да вон, видите, все. Так. Сейчас я вас выпущу. О, Марта, привет. Домой иди. Пойдемте, пойдемте, давайте, давайте. Гулять, гулять. Пойдемте гулять. Гулять, гулять, гулять. Пойдемте, 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 пойдемте. Скорее, 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 скорее. Давай, 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 давай.
Вечера жарко, да? Душно. Парение какое-то. Перед дождем. А ты ее уже как-то хотела яблочко. Можно будет потом порезать. Сейчас у нас...